Здравствуйте, уважаемые зрители! 2021 год по-прежнему продолжает уносить жизни великих людей. Июнь стал настоящим звездопадом для российских артистов. Только за месяц ушло более 40 известных актеров и артистов. Многие из них были очень молоды. Очевидно, в историю он войдет как трагический месяц для российского искусства. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. Не успел начаться июль, как за первые его дни ушло более 15 актеров. Недавно стало известно, что умер еще один артист из фильма «Диверсант». Этот фильм уже называют проклятием для артистов. Многих актеров, сыгравших в нем, уже нет живых. Владислав Галкин трагически погиб. В фильме он сыграл одну из главных ролей. Как вспоминают его близкие, череда неудач стала преследовать его сразу после съемок в фильме. Точно такой же ситуацией оказался и Виктор Косых. Несмотря на то, что роль в фильме у него была эпизодическая, актер больше был известен по роли Кости Иночкина в культовом фильме «Посторонним вход воспрещен» или роль Даньки в «Неуловимых мстителях». Актер-каскадер Евгений Зарянов, также принимавший участие в съемках фильма «Диверсант», трагически погиб. Он выпал из окна. И вот новая потеря. В возрасте 76 лет скончался советский и эстонский актер Александр Элма. Широкому зрителю он известен по ролям в таких фильмах, как «Гардемарины вперед», «Свободный как птица», «Диверсант», «Лесные фиалки», «Кортик». Это лишь малая часть его фильмографии. Причины смерти выясняются. Андрей Малахов в ближайшее время выпустит программу в память об Александре Элма. Редакция нашего канала приносит глубокие соболезнования родственникам актера. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.